Добрый день, дорогие друзья! И снова вы на моем канале «Сам себе бензомастер». В этом видео я вам хочу рассказать, почему карбюратор бензокосы не закачивает топливо в себя. То есть это при условии, что у вас целые трубки, у вас чистый топливный фильтр или заменен. Вот. Но вы когда ставите, и вы не можете прокачать карбюратор. То есть через него не проходит бензин, либо бензин полностью не закачивается, либо закачивается очень-очень плохо. Так, ну смотрите, в чем заключается проблема? Проблема того, что карбюратор не закачивает топливо в себя, заключается вот в этом вот клапане. Вот этот клапан, который стоит на карбюраторе, то есть его функция какая? То есть, когда вы качаете праймером, он в одну сторону закрывается, в другую он открывается, когда подает топливо непосредственно через отверстие и иглу, то есть в камеру. Ну, не в камеру сгорания, а в картер двигателя, потому что на двухтактных двигателях бензин непосредственно не подается в камеру сгорания, он подается через картер в камеру сгорания. В таких случаях, как это все проверяется? То есть, когда вы разбираете и чистите карбюратор, возьмите резиновую трубку подходящего диаметра и вот так вот плотно прикладывая к этому клапану, попробуйте протянуть через себя. То есть, когда вы втягиваете в себя, воздух должен идти. Когда вы дуете, воздух не должен идти. То есть, клапан должен работать. Если он у вас не работает, я сейчас покажу, как его достать, этот клапан, аккуратно достать. Вот. Если у вас есть, ну, не ремкомплект, а старый какой-то карбюратор и там рабочий клапан, то такой клапан можно достать и переставить. То есть вы берете какую-то надставочку подходящего диаметра, но не по внутреннему диаметру, а по внешнему диаметру вот здесь вот непосредственно в карбюраторе. И аккуратненько молоточком вот так вот его выбиваете. То есть он у вас, вот он выскочил. Я на фотографии его покажу вам. Вот этот клапан, то есть как он должен работать. Если вы вставите его в трубочку, то есть в одну сторону он пропускает, когда вы втягиваете, и выпускает, когда вы дуете. Не выпускает, вернее, когда вы дуете, и впускает, когда вы тянете. Вот. То есть он таким образом должен работать. Если он у вас не работает, во-первых, средством для чистки карбюратора вы его хорошо прочищаете вот таким вот средством. Это первое. И аккуратно, вот так вот иголкой, не выковыривая, аккуратно его вот так вот поправляете. И продуваете. То есть втягиваете и дуете. Вот вы вставили его и поправляя вот эту мембранку, вы добиваетесь того, чтобы он нормально работал. Но это один из способов, потому что под него может попасть грязь. Вот таким вот образом и хорошо его продуете. После того, как вы это все сделали, ставите его на место. То есть вы вставляете в отверстие и его аккуратненько вот так вот утапливаете. Все, еще раз можно проверить. То есть, когда я дую, он не пропускает. Когда я в себя втягиваю, он пропускает воздух. То есть, вот от этого клапана зависит, как работает карбюратор. Правильно он работает или неправильно. То есть, если он у вас, это так же, как и игла. Если игла закрыта, а этот клапан будет открыт, то у вас тогда не будет закачиваться топливо в карбюратор. То есть, его функция, как бы блокировать поступление воздуха через иглу обратно в карбюратор. Вот такой вот небольшой нюанс, который я вам рассказал. Вот этот клапан, я его на фотографии там покажу более близко, и где он стоит, я тоже покажу. Вот. Как бы в этом видео все. Вот это я о чем хотел рассказать. То есть, если у вас, когда вы работаете праймером, не качает, обратите внимание вот на вот этот клапан. Вам спасибо за внимание, до новых встреч. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, сам себе бензомастер.